Сегодня мы снова в гостях на Дубнинской 50Б строение 1. Эдик любезно согласился нам рассказать о том, что у них здесь немножко происходит. Покажем, да, что да. У нас на сегодня. Сегодня, как у нас сегодня, 24-е, наверное. 23-е апреля. Вот, смотри. Все зелененько уже. Вот, парковочка у нас занята. Подробно про Санта-Фе. Подробно. Вот этот экземпляр приехал вчера ночью. Оставили у ворот. Ну, практически у ворот, у заправки. Мы его потом забрали. Забрали, затолкали, не запускается. Посторонний звук был при разгоне. Что там, масло все внизу? Да, смотри, какая интересная штука. Кусочек блока на защите нашли. И еще пока он в очереди на заезд в цех. Будем смотреть, что там вообще произошло. Ну, явно по этим запчастям, остаткам блока, ну, вряд ли что-то хорошее. Судя по двигателю, можно даже предположить, что там где-то шатун торчит. Да, это старый добрый КАИ. Вроде еще не жира, но уже приезжают. Смотри, это первый. Это первый. Удивительная ситуация. Их вчера одновременно приехало два с Санта-Фе, G4 КАИ. И с Соренто, вон черная, красивая. Там пробега абсолютно немного. Там ситуация немногим лучше. Но такая же проблема с двигателем. Он заглох при разгоне, при обгоне, что что-то там, видишь, даже смотри, в тачке. Вся тачка загружена вещами, кто-то на дачу ехал. Это мы сняли и в процессе дефектовки разбираем, смотрим. Но он заклинил тут, как бы блок цел, все ремонтопригодно. Маленько больше повезло, да? Да. Вот этот шикарный автомобиль, это аж 16-й, то ли 17-й. Вот здесь, это карнивал D4 HB. Тоже отсутствие силовой установки. Здесь мы, да. Говорит нам о том, что там, скорее всего, все плохо, там, да? Да, не прям что плохо, все ремонтопригодно. А ситуация на самом деле смешная. Сдох датчик давления масла, через датчик давления масла выдавило все масло с двигателя. Провернулся, по-моему, третий вкладыш на третьем шатуне. А это так, как бывает у них часто, когда через корпус масляного фильтра где-то кольцо стоит, пластиковое, да? Ну да, но там все именно через датчик. То ли там удар был, ну, история умалчивает, ну. В общем, масляное голодание. Grand Starex. Это вообще по лайту. Тут ремонт ходовки, ремень, ролики, интеркулер замена. Редкий автомобиль i40. Редкий i40 универсал. Дизельный. Дизель. 1.6 или 1.8? Этот 1.7. 1.7 робот. Ну и, короче, сдох робот, пропали счетные передачи. Ох ты. Едет только первая, третья, пятая. Мишаня сделает. Мишаня сделает тоже в плане. В ближайшее время заезжать в цех. Динозавр. Динозавр. В прошлом видосе у нас был ремонт коробки. Сейчас есть ошибки по... Что там? То ли управление, раздатка. Ну, в общем, разбирать по электрике. А это не нуждается в описании. Да, 2 литра бензин. Надо. Это... Артем в данный момент, наверное, сейчас как раз его гильзует. Да, кстати. Сегодня обещал отдать нам. Сегодня у него там... Я заходил к нему. Работа кипит, и да, в сумке вот там три блока, и еще вот что-то. Мы его видели тоже. В прошлый твой заезд мы его снимали, это 2.4 Benz, G4 да, КГ. Здесь ситуация долгая с ремонта, по той причине, что владелец сам взял пытается на себя. Пытается найти запчасти подешевле. Ну, как бы, вроде, может быть, и нашел, но пока ждем. Нашел, да, там. Вот, смотри, он у нас 12 числа. В работе он как был, да, 10 дней простое. Это у нас G4NA. Тоже обычно вот так, да, бывает. Запчасти все лежат. Запчасти все здесь, чтобы нигде ничего не потерялось. Тоже гильзовка, блок фотокарты. Это мы, по-моему, даже с тобой снимали. Это 2.5 дизель D4 CB. Перевтуливание втулок балансира, ханинговка, фрезеровка плоскостей. О, вот это шикарно, это вообще просто пушка. Здесь запчасти. Это уже свежий карнавал. Это уже G4 HE. Он... Пойдем, если сможем, мы туда пройдем. Да, давай, поскольку. Ну, свежий, он посимпатичнее, да? Ну, он посимпатичнее, тут комплектация, скажем, наступает. Она не самая прям шикарная комплектация. Но, тем не менее, тоже здесь. Здесь проблема с экологией. Забился сажевый. Соответственно, противодавление давала турбина. Турбина выгнала все масло, выхлоп. Двигатель, собственно, заглох. В каком-то сервисе придорожном, сказать, где-то это по трассе произошло. Владелец заехал, сняли они поддон. В поддоне была стружка.
Все, далее и решили не запускать, привезли его к нам, мы разобрали, отдефектовали. Здесь, в общем и целом, все неплохо. Коленвал остался жив, цел, орел. Но, в принципе, стакарки нам его отдали, полировку произвели, все. Это по коленвалу. По блоку цилиндров вообще все отлично, прогрев прошел, поршневая, все в идеале. Дальше, что у нас? А, турбу ждем. Долгая позиция, турбина заказана. Она, турбина с коллектором выпускным в сборе идет. В России довольно-таки проблематично. Второй, получается, за неделю. На Долгопе тоже стоит. Такой же, точно такая же проблема. Ну, с одной стороны, и не совсем хорошо, что они развалятся. С другой стороны, интересно их разбирать. Ну, новые Евро 6, Евро 6 плюс. Это у нас Макс, ремонт задней ходовки, AX. Макс, привет. Здесь, кстати, Андрея делает все приблизительно аналогично то же самое, но очень другой, тоже ремонт задней ходовки, с подразвал, шаровый. А вот, смотри, спорт. Здесь буксовая сцепа, где была при трогании, при остановке. Мишаня занимается, вы с ним уже знакомы, ремонтом роботизированной коробки передач. Мишаня будет снимать коробку, да? Привет, Андрюха. Мишаня уже снимает коробку, возможно, уже снял, хрен знает. Нет, еще в процессе. Роботизированная. А что за мотор? 1.6? А, вот 1.6, интересный мотор, да. Пока что мы такие еще не разбирали, но... Плюс еще у нас тенденция новая появилась у корейцев. Тачка скорее приезжает, 50 тысяч пробега. А в компьютером залазишь, что там 107. А, да. Часто в последнее время такие приезжают. Прикольно. Честные корейцы. Даже Genesis'ы иногда приезжают такие. А вот Костян у нас, смотри, он здесь у нас ремкомплекты суппортов меняет, диски, колодки. Вот, кстати, мы ему принесли оригинальные манжеты. Прошу вас. Константин, здрасте. А вот и Соренто на улице видел, где 4КЕ. Костя занимается дефектовкой. Зато смотри, какой крутой двигатель внутри, чистый. Видно, что пробега на нем крайне мало. Да, смотри. Так, мест на заводе еще ставили. Да. Видимо, при сборке. Да, какие-то. Маркер не стерся. Интересно у вас тут сегодня. В общем-то, да. Здесь Grand Starex, ремонт ГБЦ, замена Сергей ГБЦ. Сергей Павлович, наверное, делает Grand Starex. Нет, Сергей Павлович у нас сделал Sorento, D4HB цепи поменял. Цепи поменял, все закончили, прогрели, проверили. Ушел на обед. Ушел обед. Здесь у нас немножко... Обновление. Весна, все обновляется. Пола, да. Немножко... Немножко шумно, неудобно, это комфортно, но тем не менее... Нужно немножко обновить, иначе... Неудобно камин работает, некомфортно. Парни работают. Осторожно, Жига. Да, в общем-то, и все. Заходи, ну, да. К нам еще. Расскажем, все доходчиво, подробно. Спасибо. До новых встреч. До новых.